все вечно спрашивают, это Skyfall? Нет, это Dota. Hey. В принципе, у нас национальность такая крутая, все талантливые. Только появляется желание работать над современной эстинской музыкой, не только перепевать хиты. Аудитория нуждается, а не просит. Когда вот так вот на нервах дрожишь, какой концерт, ребята, вы о чем? Хочется развивать эстинскую музыку очень. Хочется выносить ее за пределы наших границ. Почему мы слушаем американцев? Почему они не должны эстинскую музыку слушать? И понеслась. Меня зовут Люба Джиоева. Я из Южной Осетии, я не делю Осетии, хотя, но я по профессии журналист, но я при этом еще и пою. Наверное, когда я пришла в йогу, там, в принципе, человек очень круто раскрывается. Ты можешь не знать, что ты поешь. Тебя просто выставляют на сцену, говорят, пой. Ты начинаешь петь, и ты такой, неплохо. И как-то я даже не училась, у меня нет профессионального музыкального образования, у меня есть только... скрипка. Это все, что у меня есть от музыки. Как-то так получилось. Да, они начали звать на концерты и говорили, ну, я слышала, как людям нравится все, что я пою, будь то на английском, на испанском, на русском, на каком языке. Разные были моменты, но просили, и я пела. Не то современной эстинской музыки пока что. Есть аккордеон, как говорится. И Осетия нуждается, наверное, в современных вариациях эстинских песен. И мы можем ей это дать. Это как будто другая моя отдельная жизнь, если честно. Я работаю на ЮГУТВ. Это телевидение Юго-Осетинского государственного университета, которое сотрудничает с ИРСТАН-ТВ. И благодаря этому я узнала об этом конкурсе. Мне заставили подать заявку, я не решалась на это все. Они верили, я приехала сюда на отборочный тур, меня позвали, и я как-то, ну, спою и спою, не пройду, все нормально. Многое не теряю, но как-то так получилось, я прошла, потому что исполнила на отборочном туре песню на эстинском. И понеслась. И как-то затянуло в это все. Потом начался четвертьфинал, потом полуфинал, на котором у нас была классная песня, и потом финал, и я выигрываю приз зрительских симпатий. Это все очень быстро произошло. Я до сих пор думаю, что это как-то... Как это все произошло, в принципе, не понимаю. Наверное, песня запоминающаяся, в ней есть смысл, и у нее очень хороший автор, это Алзира Габараева, которая все песни практически такие, которые заходят людям. Мы ее переделали, она стала еще краше, я пела ее с Арсеном Гациевым, и не знаю, даже до сих пор сама тоже не могу понять, как прям зашла эта песня, что в итоге, когда мне друзья встречают, они мне не спрашивают, как дела, они начинают петь Delta Hype. Все песни переделывались на полуфинале. То есть все старые эстинские песни были в новой вариации, более современной. Наша смахивала немного на песню Адель «Skyfall». Начало у нее такое, все вечно спрашивают, это «Skyfall»? Нет, это «Dota Hay». Наша кударская песня. Если честно, я в этом не так давно, но в принципе я вижу, что здесь есть очень много талантливых ребят. В принципе, у нас национальность такая крутая, все талантливые. Я вижу тот же самый Суслан Агузаров и вообще все мои знакомые, которые здесь поют, они работают над новыми песнями остинскими, не те, которые мы привыкли слышать и на свадьбах, и на всех этих мероприятиях. Пора уже, мне кажется. На самом деле, мой город, там, Цхинвал, он многое пережил, и мы не смогли как бы так двинуться вперед, чтобы нормально развивать эту музыкальную индустрию. То есть теперь уже, когда мы более-менее стали на ноги, мы пытаемся работать над этим и пишем современные остинские песни, в том числе и Мария Кудалаева, которая просто шедевральные песни на остинском, на английском и на русском. Кстати, ее песни я и исполняла на конкурсе. Проблем много.
и там, и тут, и, в принципе, как говорится, разделять не хочется, но приходится, потому что все-таки мы живем немного подальше отсюда, где здесь есть все возможности для музыкантов, начиная от звукозаписывающих студий. У нас таких пару штук, и они не совсем качественно работают, то есть приходится ездить сюда. Здесь же проблема, по моему мнению, только, как бы, только появляется желание работать над современной остинской музыкой, не только перепевать хиты, выступать с русскими хитами какими-нибудь. То есть тут только начинается, по моему мнению, ну просто замечаю такие вещи. И у нас много авторов хороших и много исполнителей, в принципе. Нам просто нужно поработать над тем, чтобы у нас была возможность записывать и выпускать качественный продукт. Просто в Южной Сити. Аудитория нуждается, а не просит. Просто пока что тяжело выдавать продукт там. Приходится реально ездить сюда, записывать песни, и нам помогают. Тот же самый глава государства нашего. Просто подошли, попросили его, нам нужно записать альбом. Ну, хорошо, ребят, езжайте. И мы такие, спасибо. Поехали сюда, приехали, сейчас пишем альбом с Марией Кудалаевой. Наш первый альбом, который будет практически полностью на современном осетинском языке, на литературном. Вообще спонтанная идея была. Я не знаю, как мне пришло это в голову. Просто после того, как песни Даутеха, Масаги, все они зашли, мы такие сидим, думаем, а что дальше делать? Мы же не будем вечно играть под гитару и петь эти песни. Ну, давай запишем. Мария такая тоже загорелась, и у нее очень много крутых песен. Нам пришлось очень долго отбирать, которые реально войдут в альбом. Там получается 8 песен. 2 на русском. Остальные все на остинском, насколько я помню. Я уже даже не помню, мы слишком заработались с ними. И очень красивые, со смыслом, душевные остинские песни будут в этом альбоме, который называется «Хурен зорот мэй». Я, наверное, слишком эмоциональная и вообще чувствительная настолько, что когда начинается какой-то волнительный момент, для меня он очень быстро проскакивает просто, когда вот так вот на нервах дрожишь. Какой концерт, ребята, вы о чем? В Москве, к тому же, зал был заполнен полностью, мест не хватало, пришлось добавить, людям пришлось стоять в коридорах и смотреть оттуда. Я была в шоке, потому что мне казалось, там придут чисто свои вот там стимвалы, которые в Москве. Но нет, откуда эти люди, кто они, как приятно. Прошел концерт просто вот, ну, для меня очень волшебно, потому что я очень волновалась, когда я спела первую песню из этого нового альбома, они все аплодировали, кричали, аплодировали, все, ура! И я так расслабилась, и концерт в итоге прошел в очень теплой, такой хорошей атмосфере. У меня появляются все больше поклонников моего творчества, не только русских, осетин и всех. То есть есть, которые французы, англичане, которые пишут, типа, очень красивый язык у вас. На самом деле сложный, но очень красивый язык. Им нравятся эти песни. Проведу такую параллель. Когда я спою одну песню, мне нужно потом весь день отдыхать. Потому что человек очень эмоционально в нее вкладывается, а тут целый концерт без перерыва, несколько песен, для меня это вообще новшество. Для каждого артиста это как бы нормально, но для меня это был прям стресс, хотя приятный стресс. Придется отдохнуть, сделать перерыв, а потом дальше работать над альбомом, а потом уже подумать над концертом и во Владикавказе, и в Цхинвале. Хочется уже даже с оркестром провести концерт, это мечта. Когда целый оркестр тебе играет, и ты поешь какую-то осетинскую песню, которую, кстати, не все сразу понимают, что осетинская, такие вслушиваются. Это точно осетинский язык? Мечты. Хочется развивать осетинскую музыку очень.
Хочется выносить ее за пределы наших границ. И чтобы слушали ее не только в России, в Осетии. Хочется, чтобы они ее знали. Как, ну, почему мы слушаем американцев? Почему они не должны осетинскую музыку слушать? Они такие, поработаем над этим. Ребята, слушайте осетинскую музыку, я вам не буду говорить. Вы ее слушайте, мне безумно это приятно. Просто цените своих и, главное, поддерживайте своих исполнителей. А дальше они вам будут такой крутой продукт предлагать, что вы просто будете в восторге.